Тебе сложно вот так с деньгами прощаться? Или ну, ты чувствуешь какое-то внутри что-то, когда это оплачиваешь такие огромные заказы? Я чувствую, что у меня все-таки есть еврейские корни, знаешь? Ну что? Лада, погнали. Следующий QR-код. Вот мы и сломали Мак. А он опять с мясом этот проблем. В прошлый раз такая же была история. Слушай, я давай я попробую предугадать дальнейшее развитие событий. Через часов 5 тебе позвонит менеджер Макдональдса, главный. Почему опять? Какого хрена? Просто не надо. Там такая паника идет у людей. Просто невероятная паника. Все сейчас. Что делать? У нас компьютер не работает. А что, из-за касса поломалась? Система зависла. Система зависла. Что-то как-то быстро в этом году. Не работает система. Все, мы очень быстро все сломали. Ребят, стоп, звонок. Алло, да, Том. А, ну, мы приехали покупать. Тебе позвонит менеджер Макдональдса, главный. Скажи, что опять? Какого ужаса, не надо. Позвонили из головного офиса Макдональдс, сказали, что вы делаете. Они хотят.